Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1511 номер. События дня. Евангелие от Иоанна 13:13. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. За 31 января 2020 года. Обращение все время пускаем сюда. Помочь, может, найдется человек, который помог бы приобрести комбайн Игорю. Фермер, он кормит людей. 4 ролика про него. Там мне советы дают, какое. Что я отвечаю им. Нужно придерживать и курсором, чтобы прочитать можно было. Я не буду долго задерживать тут. Мне вопрос задала женщина одна, Ирина. Священник раньше положенных лет рукоположен. Что курсором тормозите, чтобы вам прочитать. А я тут такая сведения, что можно пропустить. Считать не обязательно. Вот 6-й Вселенский собор, 2-е правило, и 7-й Вселенский собор, правило 1-е. Вот они их не знают, нарушают сплошняком. Правила несокрушимы. Они их сокрушают.
И за это будут отвечать. Правила, как можно отменять вселенских соборов? Вот они, все хвалят апостол, труп духа. И извергают. Древние иноческие уставы. Это ужасно. Попробуйте прочитать.
Я теперь заново возвращаюсь, чтобы прочитать могли ужас какой. Ребенок издевается, бьют его, бьют. И это все нормально. Считают монахи. Просчитайте это. Ювенальную юстицию призовите. Ну вот что делал, то есть занимаюсь. То же самое изо дня в день дома сижу, тут занятия ждешь. Кормлю птичек с кошками. Работы хватает. Переписка очень большая. Вот сегодня встал я, начало, кажется, второго часа или первого, даже не помню, ночью уже все тут сидя. Заснул утром уже перед завтраком, сидя, пока Сергей насчитывает. Ну и все на этом.